Медработники, как никто другой, знают о важности своевременной диагностики. Поэтому сотрудники поликлиники номер 2 ЦК МСЧ с энтузиазмом приняли участие во Всероссийской неделе информирования населения о важности осмотров, начав прохождение диспансеризации. В первую очередь мы, как медицинские работники, понимаем нужность данного процесса, при котором мы выявляем факторы риска. Мы можем выявить впервые выявленные заболевания, такие как сердечно-сосудистые патологии, онкологические патологии, бронхолегочную систему. Гастроэнтерологи, хирурги, врачи, терапевты и многие другие специалисты поликлиники номер 2 ЦК МСЧ регулярно проходят такие обследования. Их пример наглядно показывает, насколько важно следить за здоровьем и наблюдаться у врачей, даже если ты сам медработник, который разбирается в заболеваниях. Сегодня я прошла первый этап диспансеризации. В первый этап диспансеризации входит забор анализа крови, прохождение ЭКГ, измерение веса, роста и артериального давления. При выявлении патологии на первом этапе пациенты направляются на второй, где проходят дополнительное обследование параметров с отклонением от нормы. Регулярно обследоваться необходимо не только медработникам, но и обычным гражданам. Для прохождения диспансеризации нужно обратиться в отделение профилактики или к своему участковому врачу. Юлия Руднева, Даниил Сурков, Улправда ТВ.